Теремок ТВ. Привет, ребята! Ну что, готовы продолжать угадывать машинки? Тогда начнем! Как вы думаете, что это за машинка? Да, это минивэн. Небольшой фургон, где поместится большая семья и много багажа. Очень удобная машина. Доктор Машинкова купила себе такую для работы. Ой, смотри, какая интересная форма у этого автомобиля. А может, это не автомобиль вовсе? Как ты думаешь, что это? Верно, это снегоуборочная машина. Зимой, когда на улице метет метель и все дороги засыпают снегом, на помощь приходит именно такой автомобиль. Гляди-ка, что-то не так с этой машинкой. У нее колеса разного размера и вид очень необычный. Что это за чудо? Да, это каток. Машина для укладывания асфальта. Своим большим и тяжелым передним колесом он выравнивает асфальт, превращая его в гладкую дорогу. Кузов этой машинки вполне обычный и ничем не выделяется. Как ты думаешь, что это за машинка? Это синий легковой автомобиль с кузовом типа купе. В таком кузове обычно находится один ряд сидений и одна дверь с каждой стороны. Уверена, вы знаете, что это за машинка. Ее силуэт говорит сам за себя. Как ее зовут? Все правильно, это джип, небольшой внедорожник для пересеченной местности. Проедет там, где другие машинки не смогут. У вас отлично получается. Продолжим отгадывать. Что это за автомобиль? Подумайте хорошенько. Ну конечно, это грузовик. Он перевозит разные грузы из одного места в другое. Очень трудолюбивая и полезная машинка. Ничего себе! Похоже, это не автомобиль даже едет. Но что же это? Ребята, а вы знаете? Правильно! Это доктор Машинкова едет на своем квадроцикле. Квадроцикл – это разновидность мотоцикла. Только у него не два, а четыре колеса. Ой! Опять необычная форма кузова и колеса разных размеров. Неужели это снова каток или нет? Да, это не каток. Это синий трактор, который может делать очень разнообразную работу. А если нужно, и на выручку застрявшей машинки придет. А это еще что за чудовище? Он напоминает огромного трансформера Автобота. Может, вы знаете, ребята? Да это просто манипулятор. Он как эвакуатор, только у него есть кран, при помощи которого он поднимает сломанные машинки и ставит себе на платформу. Ну и последняя машинка, совсем уж странная. Она очень огромная и вообще непонятная. Кто знает, как она называется? Все верно, это автовоз. Он сделан специально для перевозки большого количества новых автомобилей. Это выгодно и удобно. Это была последняя машинка. Теперь давайте повторим все машинки, которые вы узнали. Автовоз для перевозки новых машин. Манипулятор, как эвакуатор, только с краном. Трактор для тяжелой работы. Квадроцикл, мотоцикл, у которого 4 колеса. Грузовик для перевозки грузов. Джип для езды по бездорожью. Купе. Двухместный легковой автомобиль, каток для укладывания асфальта, снегоуборочная машина и минивэн, семейный автомобиль. Молодцы, ребята! На сегодня это все. Если вам понравился мультик, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Пока-пока! Весь день шел снегопад, и маленькие снежинки, падая на землю, собирались в огромные сугробы. Доктор Машинкова и Скрипыш трудились, не покладая рук, пытаясь расчистить двор от снега. «Привет, ребята!
сказала Машинкова. Вы только поглядите, сколько снега выпало. А он все не прекращается. Если его не убирать, то к нам не смогут приезжать машинки. Но сколько бы мы ни старались, снега становится только больше. Похоже, нам самим здесь не справиться. Нужно звать на помощь снегоуборочную машину. Давай ей позвоним. «Добрый день», — сказала Машинкова. «Нас засыпает снегом, и нам срочно нужна ваша помощь. Приезжайте, пожалуйста, поскорей». И им на помощь отправилась очень красивая оранжевая снегоуборочная машина. Всю дорогу до гаража засыпало снегом, но это нисколько не пугало Машинку, ведь у нее спереди был большой ковш, который отбрасывал собранный снег на обочину. А снизу под машиной была установлена вращающаяся щетка, которая подметала оставшийся снег на дороге. В кузове же она везла песок и щебень, который при помощи специального механизма разбрасывал на дорогу, чтобы сделать ее менее скользкой. Все эти устройства делают этот автомобиль отличным уборщиком снега. А вот, кстати, и гараж. Рассказала доктор Машинкова, что они со Скрепышом никак не успевают к Новому году расчистить свой двор от снега и просят помощи. «Конечно, помогу», – сказала снегоуборочная машинка и сразу же приступила к работе. Она кружила по двору круг за кругом, очищая его от снега и посыпая асфальт песком. А Машинкова стояла с лопатой в руках, любуясь на то, как легко и быстро снегоуборочная машина делает свою работу, которую они бы со Скрепышом не сделали бы и за день. «Все готово», — сказала Машинкова. Снегоуборочная машина сделала свою работу на отлично. Теперь на дворе перед гаражом было чисто-чисто. Так незаметно наступил вечер, и пришло время наряжать елку к Новому году. Елочка получилась очень нарядная и красивая, а с неба на самую верхушку упала звездочка, и наступил Новый год. В небо полетели салюты и фейерверки. Ура! Машинкова и Скрепыш поздравляют вас с Новым годом! До новых встреч, друзья! Доктор Машинкова! Как думаешь, малыш, кто сегодня заедет в гараж к доктору Машинковой? О, да это же танк! Какой большой! Что с тобой случилось? Спросила его доктор Машинкова. Танк рассказал ей, что всю жизнь провел на полях сражений, защищая родину от врагов. Все, что он умеет, это только воевать и разрушать, а ему так хотелось бы сделать что-нибудь хорошее и доброе. Я больше не хочу ни с кем воевать и никого уничтожать. Помоги, доктор Машинкова. Я знаю, ты все можешь, сказал танк. Не волнуйся, я помогу тебе с твоей проблемой. Мы сделаем из тебя трактор. Приступим. Давай сначала избавимся от твоей опасной пушки. Башня теперь нам не понадобится. На ее место мы установим кабину. Кстати, а ты знаешь, как танки и трактора на гусеницах поворачивают при езде? Смотри. Для того, чтобы автомобиль мог ехать в нужную сторону, ему достаточно повернуть передние колеса. Вот так. У танков и тракторов на гусеницах все по-другому. У них тоже есть колеса, но они едут не по дороге, а по специальной гусеничной ленте и совсем не умеют поворачивать. Зато они умеют вращаться с каждой стороны танка по отдельности.
Например, чтобы повернуть налево, танк должен начать вращать все колеса по левому борту в обратном направлении. Такая конструкция позволяет ему разворачиваться на месте. А еще машина на гусеницах может пройти где угодно и не застрять. Ну что, продолжим переделывать танк в трактор? Пулемет больше тоже не нужен, и защита гусениц от снарядов тоже. А вот и кабина едет. Я собрал ее из старых деталей, сказал робот-скрепыш. Отлично, давай ее установим. Осторожно, Машинкова, не упади. Почти закончили. Осталось сделать еще немного. Установим бак для топлива и выхлопную трубу. А также фары и фонари, чтобы не заблудиться в темноте. Ура! Готово! Теперь можно отправляться на улицу. Там мы установим полезный инструмент. Вот теперь ты настоящий трактор. Но что же ты будешь делать? Какую пользу ты можешь приносить? А давай мы установим тебе инструмент для вспахивания земли. Это очень полезная работа. Готово. Теперь мы закончили. Можешь отправляться. И счастливый трактор поспешил в поле делать самую добрую и полезную работу в мире. А довольная Машинкова прощается с вами ненадолго. Пока-пока.